Да, сейчас она, в принципе, сейчас, ребят, вон это, накинули, пробуем, компрессию измеряем на холодном двигателе, то есть вот сборка. Давай, Дим, крути. Смотрим. Еще разок, Димок, старт. Не накачивает, это петушиная кнопка. Давай. Хорош? Хорош, 15 очков. 15 очков, первый цилиндр. Бук-бук с пулка. Тебе сразу 8 пух первый раз бьет, а? Сидел там будет, ебать, 3 минуты идти. А, я бы выложил бы все так потом. Сейчас. Да, что там, да сейчас она не обкатана на моторе, там что это? Так, давай, Дим, пробуй. Второй котел. Давай еще разок. Ну там чуть меньше, но это просто мотор не обкатанный, там мало. Там всякие там моменты. Да там может даже под клапан грязючка попалась. Да конечно, сейчас пока только сейчас мы же не завели ее. Просто первый даже не заводили. Даже машину. Запуска не было. Сейчас быстренько померяем все цилиндры. Интересно просто самому. Степень сжатия почти 10,5. Давай, третий, Дим, цилиндр. Третий цилиндр. Пятнадцать очей. Не надо, Дима, Дим, не крути. 15 очей. Да, это под клапан там что-то, может, попало какая-то херня. Насосные потери. Нет насосных потерь. Просто давай, делать, четвертый. Как... Вот это прет там. Вот это да, ну. Че? Да я говорю, вот это... Я про что и говорю, о фоне надо калибровать, то поршни эти развалятся. Я про что и говорю, что сразу вот это, не вот эту программку я залью. Да не, он зальет, но там это, ну, чтобы детонация, главное, не было. Это детон будет, пизда мотору. Давай, а. Четвертый цилиндр. Давай, Дим. 15 очей. Да все, да, можно крутить. Все четко. Все 15 очей.